Всем привет, дорогие друзья, и сегодня я расскажу вам, как меня обманывают в Warface. Так вот, разговор пойдет об акции Адреналин Rush и Warface. Пин-коды, которые ты должен активировать с помощью баночки Адреналин Rush. Код будет у тебя под ключиком, ты его вводишь на вот этом сайте. И потом тебе, в принципе, должны, как здесь написано, мгновенно получить приз от Warface или Armored Warfare. Но я уже активировал 4 промокода. Можете посмотреть мои коды. Вот. Первый пин-код был активирован 15-го, потом 18-го, 18-го и 19-го. Мои призы. Получил я пин-код только на один код под крышкой этой баночки. Вот он, 15-го числа. Это был первый код. Остальные пин-коды мне не дали. И в техподдержке мне тоже не отвечают уже почти неделю. Поэтому не знаю, как быть и что мне делать дальше. Если понравилось видео, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал. Всем удачи, ребят. Всем пока.